протяжении 2 дней в спортивной школе шли напряженные баталии среди гандбольных команд в рамках открытого первенства города. Всего в соревнованиях приняли участие 4 команды. 3 представляли Черноморск, а 1 – город Бровары. На сегодняшний день гандбол становится популярной игрой среди подрастающего поколения. Соревнования ко дню города устраиваются уже 4-й год. Гандбол, он и был популярен. Но как-то потом снизилась его популярность в 90-е, 2000-е годы. Но сейчас, я надеюсь, что популярность пошла вверх. И гандбол – это очень интересный вид спорта, интеллектуальный. Тут играют дети умные, умные игроки. Они развиваются всесторонне, как физически, так и умственно. Несмотря на то, что участие в соревнованиях принимало не так много команд, ребята усердно боролись за первое место турнира. Игроки старались забросить в ворота соперника как можно больше мячей. Спортсмены команды «Черноморск-1» на протяжении всего турнира удерживали лидирующую позицию. Соперники тяжелые. Для кого-то, для меня они легкие. Игры хорошие. Тут самая главная командная игра. Если не будет командной игры, мы постоянно проигрывали. По итогам турнира 3-е место заняла команда из Броваров. 2-е – черноморские гандболисты тренера Алены Чуприны. А победителями стали спортсмены команды «Черноморск-1» тренера Валерии Пономаренко.